Хотите что-нибудь еще? Да. Извините. Здравствуйте. Я бы хотела заказать один салат, 3 стейка, 5 чашек лимонного чая со льдом и 7 макаронов на десерт. Хорошо. Все в нечетном числе. Что-нибудь еще? Пока это все. Господин Гу, не хотите содовой? Да. Спасибо. Ваши блюда готовы. А! Это для этой леди. Тебе помочь? Да, спасибо. Ты можешь взять мой сичен. Наньгун. Спасибо. Пожалуйста. Господин Гу, вы можете съесть и мой стейк. Наслаждайся. Си-си. Не уходи. Мне интересно смотреть, как другие ссорятся. Хадзинси. Отпусти. Нет. Разве ты не с подругой пришел? У тебя есть Наньгун Люли. Почему пошел за мной? Не будь такой своенравной, ладно? Ты наконец-то высказал свое мнение, да? В твоем сердце я просто незрелая и своенравная. Не пойми меня неправильно. Я этого не делала. Ты и Наньгун Люли вместе. Я видела. Ты тоже была с Фубоя. Я уже много раз объясняла тебе, Фубоя мой старый друг. Так же, как и Наньгун Люли. Я... Хадзинси, вернись. Хэдзинси. Наньгун, зачем ты это делаешь? А что не так? Я просто помогаю себе. Помогаешь себе? Фубоя. Она тебе нравится, не так ли?
Что? Я что-то не так сказала? Это не имеет значения. Ты можешь думать все, что захочешь. Почему я чувствую, что ты сильно изменился после возвращения из-за границы? Не только я, но и ты изменилась. Я не думаю, что твоя преданность Гуси Чену, а также враждебность к Дзинси достойна этого. С тех пор многое изменилось. Разве ты не должна отпустить его? Попытайся принять нового человека или новые отношения. Новый человек? Независимо от того, как долго меня не было, я верю, что я все еще у него в сердце. В прошлом у меня не было достаточной квалификации, чтобы стоять рядом с ним. Я через многое прошла и наконец-то вернулась. Почему я должна сдаваться? Почему я должна отказываться? Но Дзинси была выбрана госпожой Гу для Гуси Чена. Не пей так много, ты напьешься. Лучше напиться, тогда я смогу все забыть. Я заставлю Сичена снова влюбиться. Я обязательно это сделаю. Что ты делаешь? Ничего, я просто хотел увидеть тебя. Давай позже посмотрим фильм. Я занята, я собираюсь зарабатывать деньги. Я могу подождать тебя, мы можем посмотреть ночной фильм. Как насчет этого, я подвезу тебя. Ты меня разыгрываешь? Я поеду на машине? Ну и что? У тебя много заказов. Я обещаю, что не буду тебе мешать. Ты едешь впереди, а я за тобой. Кроме того, в это время делают заказы пьяные мужчины. Я о тебе беспокоюсь. У меня нет денег тебе за это. Для меня большая честь служить тебе. Это приятно. А как насчет моего велосипеда? Пожалуйста. Давай отправимся зарабатывать деньги. Мы прибыли, господин. Позвольте. Позвольте мне. Сюда. Свяжитесь с его семьей. Это его ключ. Хорошо. Больше не принимай заказы от таких клиентов. Ты хрупкая девушка, как справишься с этим? Я необычная девушка. Ты права. Ладно, где мы должны забрать следующего? В кинотеатре. Ты правда молодец. Сегодня выполнила 8 заказов. Я имею в виду, давай посмотрим фильм. Я знаю, пойдем. Ну что, посмотрим фильм. Давай поторопимся, иначе билетов не останется. А как насчет машины? Завтра вернемся.
Послушай меня. Открой дверь, мне нужно поговорить. Кадзинси. Мы можем поговорить, если ты недовольна. Открой дверь и впусти. Дай мне, по крайней мере, пижаму. Бабушка. Ты это заслужил. Это не то, что ты подумала. Бабушка, это правда не то, что ты подумала. Гусичен, ты взял с собой Наньгун Люли, обвинишь меня? Несправедливо, твои двойные стандарты. Когда я пройду этот период, и моя мама благополучно вернется, я тебя больше не увижу. Позволь помочь. Не надо. Я сильный, подержу. Почти пролил. Давай я заберу. Хорошо. Кто мне звонит? Это мой босс, я должен ответить. Хорошо. Здравствуйте, босс. Говорите быстрее, у меня кое-что намечается. И что же намечается? Поход в кино с Анянь. Дай мне 2 минуты. Хорошо. Я сейчас вернусь. Босс, говорите, кино скоро начнется. Вот в чем дело. Один мой друг спросил меня, что он должен делать после ссоры с женщиной. Кто? Какой женщиной? Госпожа Хэ? Ты не знаешь его, отнесись к этому серьезно. Это самый простой вопрос. Пусть ваш друг подумает о том, что он сделал не так. А после этого пусть он извинится перед ней. Просто действует. Почему я должен извиняться? Это не моя... Не вина моего друга. Тогда ваш друг еще более неправ. Знаете почему? Когда между мужчиной и женщиной ссора, всегда виноват мужчина. Следуйте советам. Босс, фильм начинается. До свидания. Алло? Извиниться? Признать ошибки? Попросить прощения? Все еще не спишь? Да, у меня плохое настроение. Что случилось? Если хочешь высказаться, давай поговорим. Ты когда-нибудь встречал самодовольного, властного и неразумного? Это уже слишком, Хадзинси. Так сильно его ненавидишь? Какие между вами отношения? Он мой самый главный враг и противник. Значит, у тебя сегодня плохое настроение из-за этого человека. Хотя он раздражает, как я и ожидала. Но как он может доверять только другим, а не мне? Я так зла.
Он немного переборщил, но я не думаю, что он сделал это нарочно. Может быть, он не так хорошо тебя знает. Не может быть. Знаешь, сегодня днем меня утешил друг, но ночью он снова все испортил. Друг? Что за друг? Он... особенный для тебя. Ты слишком много думаешь, он не такой уж и... особенный. Мы близки, но мы просто... друзья. Я знал это. Они просто обычные друзья. Послушай, я вчера увидела расписание директора Наньгун. Ужин с... директор Наньгун. Удали фото. Я просила сделать копию рабочего графика, но это личное расписание. Не делай так больше. Мне очень жаль, это не повторится. Помните, вы наняты, чтобы работать, а не болтать. Да. Это моя детальная проработка этих предложений. Спасибо. Отныне, чтобы повысить креативность отдела разработок, я создам систему оценивания и разделю работу, чтобы обеспечить надлежащую защиту прав каждого сотрудника. Судя по результату этого предложения, и насколько я знаю, основная идея принадлежит Хадзин Си. Директор Наньгун хорошо руководила командой. Она смогла добиться больших успехов. Она талантлива. Спасибо, господин Гу. Мы продолжим усердно работать. Что с вами сегодня? Раньше вы никогда не принимали чью-либо сторону. Это все в интересах компании, я должен признать ее вклад. У меня нет причин делать ее несчастной. Это только ради компании? Или вы просто хотите отомстить за госпожу Хэ? Что? Собираетесь признать ошибку? Что? Вы слишком остро реагируете, чувствуете вину? Пора вашему другу извиниться. Ведь так? Может мне помочь? Судя по результату, насколько я знаю, идея принадлежит Хадзин Си. Си Чен, что ты собираешься делать? Может... Войдите. Говори, что хотела. Си Чен, знаешь, между прочим, я не забыла о нас. Это компания. Я не хочу говорить ни о чем, кроме работы. Если ты по личному делу, выйди и закрой дверь. Что такое?
Думаю, мне следует уволиться. Как руководителя, меня отчитали за огромную ошибку. Мне стыдно руководить командой и стоять перед тобой. Так что думаю, мне следует уволиться. Это правда? Госпожа Наньгун написала заявление? Зачем? Это из-за Хэ Цзиньси? Из-за нее. На совещании господин Гу сказал, что дизайн сделан Хэ Цзиньси. Насколько это унизительно для нашего руководителя. Наверняка она чувствует себя обиженной после подобного обращения. Тот дизайн правда сделала Хэ Цзиньси? В чем различие? Она тоже член команды. Что такого, если он сделан под руководством руководителя? Она просто хотела избавиться от Наньгун, потому что близка с господином Гу. Думаешь, у нее особые отношения с господином Гу? Слухи слухами. Кто близок с ним? Кто издевается над другими? Наньгун присвоила мои дизайны. А теперь они винят меня? Я не сомневаюсь в твоих способностях. Просто хочу показать, как следует работать. Как руководитель. Ты не должна была пренебрегать работой членов команды. Для успеха очень важно взаимопонимание. Вы правы, господин Гу. Поэтому я чувствую себя виноватой. Разрешите мне уволиться. Что-то случилось с боссом. Пожалуйста, приди и немедленно усмири демона. Хорошо. Я принимаю. Сичен! Ты так легко отпустишь меня? Так заявление написала ты. Я не заставлял. Наньгун. Знаешь, какую ошибку ты сегодня допустила? Как сотрудник, ты можешь быть недовольна своим боссом, но тебе не следовало давить на своего босса. На земле никто не заменим. Включаю и тебя. Ты намекаешь, что меня заменит Хэ Цзиньси? Я уже говорил. Я была не права. Мне не следовало уходить. Не попрощавшись, не следовало бросать тебя. Но я все еще была с тобой, и не было бы Хэ Цзиньси. Хватит! Это мой кабинет, я не хочу говорить об этом. Если не уйдешь ты, уйду я. Сичен! Что такое? Ничего. Я в порядке. Не волнуйся. Я уйду. Исчезну. Просто... считай меня мертвой. Что это? Ничего. Просто витамины. Их прописал доктор. Почему ты их принимаешь? Я... все эти годы... мое состояние было нестабильным. Я не могу хорошо есть и спать. Доктор сказал, что у меня депрессия. Депрессия? Вставай. Сичен... не делай этого. О нет, если госпожа Хэ придет сейчас, то всему конец. Нет. Мне стоит позвать ее. Госпожа Хэ, стойте.
Я ошибся, босс не у себя, он вон там. Там. Я перепутал. У тебя есть губная помада? Разве Хаян не косметическая компания? Это вице-президент и нет помады? У нас должно их быть полным-полно. Госпожа Хэ, какой цвет вам нравится? Огненно-красный. Гуси-чан. Си-си. Why?